Это медогонка у вас Да, такая. и помогает еще вот другая штука. Вот я все посещаю бабушку, то ей много лет, она все в церковь ходила, сейчас она стала старой, там прямо живет. Ну, вы, Надежда. Да, вот. Сейчас вот только ее вот, праздник вот ездил к ней, посетил ее, что она плохо стала. Ну, столько ж лет, возраст ее такой. Ну, сколько лет ей... Жук какой-то. Нет, да. Прополис. Вот как начинается пост, он у меня, Слава, ты привези мне, пожалуйста. Да он улетит, или поймает, или улетит, бог с ним. Вот, ей даю прополис чистого. И она что делает? Водку, простую водку покупает. Гляди, он его поймал. Да он улетит. Водку, берет водку, вот в банку. И вот этот ком кидает прополис, чистый прополис, смел в этот, водку. И примерно месяц дома тоже стоит. Ну, каждый день надо вот так помешивать. Помешиваешь, и получается примерно так, через неделю-полторы этот прополис растворяется в водке. И получается такая желтая жидкость. Вот она пустится. Посты разные бывают, период времени. Потом, значит, пост заканчивается. Она берет вот стаканчик вот такой стопорь. Будь этой, этой хрены. Будь еще. Ее получается очищение желудка. Все прочищается. Все прочищается и будет здоров. Вот, пользуйся этим моментом. Вот. Откуда вот тут? Вот это сколько хитростей. Да, люди-то мудрые были. Да, да. Лекарства-то.